Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Яндекс.Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на вот такое вот замечательное АВП. Если кого-то это заинтересовало, ссылочка на группу ВКонтакте мою есть в описании под этим роликом. И также в моей группе ВКонтакте постоянно проходят конкурсы и розыгрыши различные. Не только на скины CSGO, но и на ключи от игр. Поэтому залетайте, участвуйте. Ссылки есть в описании под роликом. Народу участвует мало, шансы выиграть очень большие. Поэтому имейте это в виду. Всем удачи и всем пока. Приятного просмотра желаю. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике сделаем обзорчик на вот такой вот Coca-Cola Everwest Black Royale Original Club. Почему Coca-Cola, объясню вам чуть попозже. А сейчас я хочу попить. Довольно-таки очень выгодная Coca-Cola, кстати говоря. По запаху, в принципе, кола. Чуточку с привкусом. Не, подожди, это не кола. Не верю, это не кола, нихера. Это очень похоже на Байкал. Очень странно, но сейчас разберемся во всем. Почему я сказал кола? Потому что я уже пробовал этот напиток. Everwest Black Royale. У меня на него даже был обзор, но... Сейчас я его найду. Но обзор у нас был на... Этот баночный вариант, и вот он, если кому интересен этот ролик. Вот его название, вот его превьюшка. Собственно, если кому интересно, можете посмотреть на Яндекс.Зене, на Рутубе. Эти ролики сможете спокойно найти. На Яндекс.Зен и Рутуб ссылки есть, что у меня есть в описании под роликом. Поэтому, если кому интересно, можете заглянуть, посмотреть. Так вот, я пробовал в предыдущий раз, вот, который видео я вам показывал в этом видео, да? И там вкус Кока-Колы 100% был. Прям 100% это была Кока-Кола я пробовал. Сейчас я пробую какой-то Байкал. Не знаю, я как будто Байкал реально пью. У меня такое ощущение именно, как вкус. Рецепторы вкуса думают, что это Байкал. Это не кола. Это очень сильно смахивает на Байкал. Очень сильно. Я вам отвечаю. Сейчас я быстренько прогуглю. Российская компания или же нет, Черноголовка. Я просто как будто гуглил такую тему, что... Ну, это, в принципе, будем потом разбираться, потом посмотрю. В общем,
Это очень похоже на Байкал. Во-вторых, я про видео вам рассказывал, в баночном варианте было очень сильно похоже на колу. Я прям сразу попил, и я сразу почувствовал, что это Кока-Кола. Не знаю почему. В этом варианте чувствуется Байкал. Но смотрите, какая тема. Почему я опять делаю обзор на Эвервес? Только теперь в бутылке. Это важно. Почему бутылка и банка две разные вещи? Я это много раз уже рассказывал. Химическая реакция. У банки такой материал, да, баночный. И этот материал, алюминий, вот это все. Ну, короче, поняли, да, о чем речь? Он влияет на напиток, и напиток изменяет свой вкус. В бутылке та же история. Химическая реакция, все дела. Надеюсь, поняли теперь, почему надо, если делаешь обзор на баночный вариант, еще можно сделать обзор и на бутылочный вариант. Поэтому иметь надо в виду это все дело. В общем-то, вкус на самом деле прикольный. Если это реально закос под Байкал, это очень вкусно. И также история про Байкал. Байкал это вообще, ну, напиток, да, он тоже черного цвета. Черноголовка. У меня обзор на черноголовку Байкал был. Сейчас даже загуглим. Он у меня причем выстрелил даже очень хорошо на Дзене. 1377 просмотров. Байкал. Вот, если кому интересно, можете посмотреть. Тот самый Байкал, который лучше Кока-Колы. Ну, вот все, превьюшка, вот название. Можете посмотреть, кому интересно. И Байкал, он там в 90-х или в нулевых создавался как конкурент Кока-Коле. Американская против российского, так скажем, боролись. И у них вроде как это даже удалось. Президент даже какой-то, то ли Ельцин, что ли, говорил производить эти напитки, чтобы типа Кока-Колу не травились, что-то не пили, что-то такого у меня, я 100% не могу говорить, я читал это то ли в Википедии, то ли где-то в интернете, короче, читал такую информацию, очень полезно, ну как полезная. Ну, в принципе, полезно ознакомиться, если, ну, мне точно, потому что я все-таки обзорщик еды, всякой, напитков и так далее. Для меня это явно было полезно, явно было интересно узнать. Но вот точной информации я точно не помню, можете сами прогуглить, что-то такое было. Помню то, что 100% Байкал создавался для того, чтобы бороться с Кока-Колой. Поэтому такая тема. Возвращаемся к Эвервесу. Покупал я Эвервес в магазине без названия за 40 рублей. 40 рублей литр. Я думал, полторашку, кстати, беру. Я, короче, дурачок. Взял литровую. Ошибся. Так вот. Взял литровую за 40 рублей. И 40 рублей, вы можете представить себе? 40 рублей литр качественной газировки, качественной. Эвервес это что, фирма американская, Кока-Кола, которая делает. Вот Кока-Кола ушла, и вот они типа сюда переливали теперь. И в Добрый, и тоже их фирма. PepsiCo Holdings, короче. И за 40 рублей вот это купить, это очень дешево. Это очень выгодно. Вот реально, магазину там просто респект. Так вот, еще какая информация. А, баночный вариант, у меня же был обзор. В Dixie этот баночный вариант как раз-таки стоил то ли 40 рублей, то ли 50 рублей. Можете себе вообще представить? Я, то есть, 0,5. Хотя там, учитывая, есть химическая реакция, вкуснее баночный вариант или же стеклянный вариант напитков всегда вкуснее. Запомните это дело. Не знаю почему, опять же, с химической реакцией все связано. Так вот, и с одной стороны это понятно, ой, с одной стороны это было бы понятно, если бы, не знаю, хотя с одной стороны, если так подумать, знают покупатели, продавцы это или нет, или же все-таки знают и специально делают цену дороже на баночный вариант, этого я не могу узнать. Но вот такая вот тема. То есть банк стоит 50-40 рублей, чтобы вы понимали. Поэтому вот так вот. По поводу Эвервеса. Оценка 5 однозначно, даже учитывая, что это не Кока-Кола, а Байкал. Оценка все равно 5, это 100%. Это очень вкусный напиток, который мне нравится. То есть Байкал и Кока-Кола, по сути дела, напитки и тот нравятся мне так и так. Ну вот реально, я пью, я чувствую Байкал. Вкус Байкала. Поначалу вот это. Сахаристость. Большая, так скажем, какая-то. Ну, не знаю, такое.
Именно ты пьешь и прям чувствуешь какую сладкость прям. Сладкость. Это именно в Байкале присуще. Я вот когда Байкал... Я уже давно Байкал не пил, но вот я это чувствую. Эту сладость. Когда ты пьешь, и у тебя прям... Блять. Очень сладкая вот начинается водичка эта, газировка. Вот про этот момент я говорю. В принципе, больше рассказать мне нечего. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know